Доброго времени суток. Это видео под названием «Зачем нужна розовая вешенка?». Вот эти экзоты не все грибоводы до конца понимают. Зачем нужны вот немногие грибоводы, зачем не совсем понимают, зачем нужны вот экзоты. Для примера возьмем вот розовую вешенку. Главные направления, они особо такого значения промышленного, и они не имеют, потому что урожайность у них низкая, не все люди там понимают, ну и у них есть такие свои свойства, ну, иногда положительные, иногда не очень. Но я вот очень хорошо знаю, что такое вот направление, если вы, например, вот у вас есть ящичек вешенки, который вы собрались отправить на рынок, и я делаю обычно вот так. Вот таким вот образом я поступаю, то есть в ящик помещается небольшое количество вот розовой вешенки. И в таком вот случае, поверьте, что ни один потребитель мимо такого ящика никогда не пройдет. Потому что вот эта красненькая фламинго, просто ну, невозможно пройти мимо, чтобы не решить попробовать, какое же оно на вкус. Так что последуйте моему совету и не забывайте, что экзоты очень хорошо вам будут помогать в реализации ваших грибов непосредственно в вешенке.